Для местной власти этот объект на особом счету. Глава района Алексей Валов совместно с главой сельского поселения Медвежье-Озерское Владимиром Канахиным осматривает реабилитационное отделение «Мать и дитя» центра «Росинка». Здесь детям с ограниченными возможностями врачи и педагоги оказывают медицинскую, психологическую и педагогическую помощь. Отделение было создано в Медвежье-Озерском поселении на финансовые средства, которые изыскал муниципалитет, причем из внебюджетных источников. Здание, полученное от Министерства обороны, было отремонтировано. Теперь здесь на первом этаже трудятся специалисты-реабилитологи. Сделано все необходимое, чтобы дети и их родители чувствовали себя комфортно. Самое главное — сердце свое достать, вложить в этого ребеночка, достать силы, достать возможности. И я уверен, что у него будет совсем другая жизнь. Он будет жить в том обществе, которое его любит. Любовь, она правит миром, а добро делает потом для этого ребенка будущее. Я думаю, что вот ваше здесь нахождение дает вам тоже понимание того, что здесь основная миссия выполняется правильно. Отделение оснащено специализированным оборудованием, которое позволяет осуществлять ряд социально-медицинских программ. В отличном состоянии столовая, пищеблок, палаты для детей и их родителей. Мы лучше, потому что мы уже несколько лет, 2 года точно, держим первое место среди подобных учреждений Московской области. Нам дают возможность развиваться, разрабатывать программы. Мы сейчас разработали несколько программ профориентации, реабилитации, то есть мы не останавливаемся. Каждые 2 месяца отделение «Мать и дитя» в Медвежье-Озерском поселении берет на реабилитацию до 40 детей. Оно работает на территории района с 2016 года. Андрей Цеходович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».